Їх недарма називають елітою Збройних сил – високомобільні десантні війська. Зараз ми знаходимося біля однієї з частин, котра дислокується тут, в зоні АТО. Ми вирішили поспілкуватися з бійцями та дізнатися про їхні настрої напередодні свята високомобільних десантних військ. Має двоє. Ще двоє побажання. Побажання побратимам. Водителя називають самі свої машини. Хтось в честь там, мами, хтось в честь дівчинки, хтось в честь жени, хтось в честь дочки. У мене, допустимо, машина Мася. Тому що я когда-то жену називав Мася, рідонка й Масі називаю, вона машина Мася, все. Проще потім навіть, ну, між собою, так як номерів нету у машин, да, там, подойди к Ілюше, там, в Ілюше лежить, допустим, там, на Ілюше, да, там, в Масі, там. Когда я узнал, что все начинается, я не мог просто отсиживаться дома, так как отец сам афганец, тоже десантник, воевал. И ну, это наш мужской долг – защищать свою родину, защищать свою семью, своих родных, близких, друзей. Даже тех, которые боятся идти воевать, потому что и многие говорят, что это не ихняя война. Ребята, это наша война, это наша родина. Не мы пришли к ним с оружием, они пришли к нам с оружием. И мы обязаны защищать свою родину. У нас в батальоне очень много офицеров, которыми можно гордиться. Они всегда друг другу помогают. Можно обратиться, если я что-нибудь не понимаю, там не знаю. Они всегда подскажут, помогут. Вплоть до того, что даже мой комбат, он помог мне решить проблему с мамой, когда она болела, она лежала, у нее были парализованы ноги, отказали. Он помог, подключил свои связи. Нашли врачей, сделали операцию. Сейчас, слава богу, благодаря моему комбату, мама ходит, и я ему обязан. Жена меня уже не ждет. У жены уже новые отношения, она живет с другим. Меня ждет маленькая дочка, ей всего 9 месяцев. Передаем, как говорится, свой боевой опыт. Поэтому, ну и мы понимаем, опять же, многие из нас, что мы обязаны это делать, потому что кто, если не мы? Я сюда пришел, я здесь много чего начал понимать в этой жизни, больше всего. Я здесь много чего научила. А именно, я стал больше ценить друзей, больше стал ценить свою семью. Потому что, так как сколько я уже их не вижу, думаю, им больше хочется, и начинаешь трошки понимать. Так как сидишь один, начинаешь трошки задумываться, остаешься чуть философом. Мы одна семья, у нас коллектив весь сложенный. Никогда не было у нас такого, чтобы у нас какое-то разногласие было в чем-то. Желаю пацанам приехать, там держать оборону, чтобы она не пришла в наши дома. Пусть держится.